Всем привет, друзья! С вами снова Дэнни. И сегодня я расскажу вам о новом зимнем сезоне, а также как пройти новый недельный форзафон. За прохождение этого сезона на 50% вы получаете автомобиль Koenigsegg CCX, а за прохождение на 80% автомобиль Koenigsegg Regera. За прохождение серии сезонов на 50% вы получаете автомобиль Bugatti T35C, а за прохождение на 80% футболку Я быстрее Стига. Теперь о самых интересных наградах за чемпионаты. За первое место против драйватаров уровня опытный в кольцевом автокроссе в Северном городе вы получаете круглые очки безразличия. За первое место против драйватаров уровня опытный в спринте на фестивале Horizon вы получаете автомобиль Ford Mustang S5. За первое место против драйватаров уровня опытный в спринте у Dare and Water вы получаете автомобиль Mercedes-Benz GT4. И за первое место против драйватаров уровня непобедимой в командном спринт-кроссе в Бару Бамбара вы получаете внедорожник Chevrolet ZR2. Ну а теперь я расскажу вам, как пройти новый недельный форзафон. Первое испытание называется «Сила и мощь». Для его выполнения вам понадобится автомобиль Ford Ranger Raptor. И все, что от вас потребуется, просто выехать из гаража. Следующее испытание называется «Поездка в зону Ranger». Для его выполнения вам понадобится продемонстрировать технику «Аварийная посадка» 10 раз. Чтобы выполнить эту технику, вам необходимо скомбинировать технику «Воздух и крах». Говоря простым языком, вам необходимо после прыжка что-нибудь разрушить. Следующее испытание называется «Переворот Рейнджер». Для его выполнения вам необходимо продемонстрировать технику «Бочка». Ссылку на эту и другие техники я оставлю справа наверху. А для того, чтобы выполнить именно эту технику, вам необходимо сделать боковое сальто на автомобиле. Проще всего выполнить эту технику в аэропорту. Для этого там поставлена специальная рампа, но как это делал я, вы можете увидеть на экране. Кстати, технику засчитывают, даже если не приземляться на все колеса. Последнее испытание называется «Игровой рейнджер». Для его выполнения подойдут как шоссейные, так и грунтовые уличные автокроссы и дрэк-гонки. Но потребуется от вас победить в 5 событиях этого типа. С испытаниями все, теперь поговорим о наградах. В этот раз в магазине Horizon можно приобрести эпический гудок в пещере Горного Короля и легендарные резиновые сапоги Акула, а также легендарный внедорожник Ford Rockstar F-150 за 425 очков. Но главный приз за этот форзафон — это легендарный Mini Cooper Countryman за 600 очков. А на этом все, друзья. Не забудь поддержать меня лайком, оставить комментарий и подписаться, чтобы не пропустить следующий сезон. Всем пока и удачи с выполнением заданий!